На прошлой карте случилось непоправимое, друзья. Появился Свен. Появился Свен, Свен, Свен. Свен, 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 Свен. И просто-напросто он всех, всех, всех раскромсал, друзья. Напоминаем, что вторая карта на наших самих экранах. Акулы против тигров. И студия UCC для вас ее комментирует. Работает у микрофонов Cold Steel и Дугер. А мне матч понравился. Вот ну, честно. Вот, я не сказал, знаешь, что он плохой. И он объясняется только тем, что как бы забыли про Свена, потом Свен пришел, напомнил о себе, типа, ребят, как бы я вот игрок-то неплохой, поэтому зря вы ко мне не ходили на ранней стадии. И вот видите, что из этого вышло. Я напоминаю, что это Join Dota 10 сезона, что это плей-офф стадия, и ребята уже встречаются второй раз. Первая карта закончилась в пользу команды Sharks. И меня не покидает ощущение того, что вторая карта тоже останется за акулами. Ну, видимо, знаешь, как получается, то есть в своей среде определенное, ну, не определенное, какое-то животное сильнее, ну, то есть всегда надо драться на своих условиях, да? И вот поэтому... На домашнем поле. Да, на домашнем поле. И, конечно же, в воде акула сильнее гораздо, чем на суше. Вот, поэтому тигра она там в воде и растерзала. Вот теперь надо как-то тигром осушить вот эту вот не реку, акулы в реках не водятся, море там или океан. Это очень сложно сделать, потому что океаны это, ну, просто нечто такое, что... ну, это невозможно объять, нельзя вот так вот развести руками и сказать, что вот это столько много. То есть это гораздо больше, чем вот столько много. Но надо постараться это сделать, чтобы хотя бы иметь возможность сравнять счет. Ну, не говоря уже о том, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Визаж. Ну, видишь, ну, если... если ты пикаешь героя такого, как Визаж, без дроу, да, еще и на второй пик, то есть Визажа бы ясно, что Каскейд бы не банили ни на какой, ни в какой момент игры. То есть это не тот герой, которого банят. Соответственно, это говорит нам о том, что у акул есть какая-то хитрая задумка, и под этого Визажа, и своего кор-героя они покажут потом уже, чуть позже. А пока им нужен был саппорт, и саппорт Визаж, и он появился, и вот это заставляет задуматься о том, как они будут его использовать и с кем конкретно он будет играть. Что ты вообще про Визажа знаешь? Давай, начнем с этого. Вот прежде всего хочу огромное спасибо сказать команде Sharks, они просто второй... матч подряд, вторую карту подряд, забирают тех персонажей, которых я в принципе не вижу в капитанском моде, просто ну никак. А тут и Визаж заходит. Визаж очень хороший персонаж, очень много контроля требует, то есть там еще какая-нибудь мека заходит, прям невероятное количество кнопочек приходится нажимать. В общем, но хотя Sharks как саппорты, насколько я помню, они отыгрывают вроде бы и неплохо, не совсем удачно выходят, по прошлой карте, если судить. А так, Визаж, это прям, да, это то, что надо команде Sharks. Еще и Слардар очередной раз отдает на ферст пик, причем. И, по-моему, это может быть чревато. Второй раз. Второй раз, да. Второй раз, как говорится, может быть последним. Нет, так не говорится, да? Ну ладно. Крайний. Ладно, крайний. Хорошо, пусть будет крайний. Ну, время банить. Вот интересно, почему Пугну убрали. Давай поразмышляем на эту тему. По-моему, ребята играют в какую-то свою доту, у них абсолютно своя мета, то есть Визаж, Пугна, вот. Прям такие персонажи, которые, как бы, да, они есть в доте, но их нет на просцене. Ну, знаешь, сегодня нет, завтра появились тут. Кто-то сыграл 10 игр на Пугне, всех выиграл там на каком-нибудь турнирчике, и начинают задумываться игроки, что да, все-таки полезный герой, и... как бы товара пушить умеет, с расстояния бросает бласты, и Незер Вард у него тоже есть там, который не дает тебе чувствовать себя в безопасности, еще и ману высасывает, а декрипифай вообще страшная штука, а ультимейт еще у Пугны там есть, можно же высосать жизнь, а можно и передать их. Так что, да. Сейчас, знаешь, скауты тир-1 команд такие сидят, о, Визаж, ох, Пугна, поехали, записываем блокнотик, завтра выигрываем International. Не-не, не скауты, а вот эти вот, которые стратегии занимаются. Стратегии.
Стратеги. Стратеги. Скауты, они же за этими должны следить, ну, за игроками. А это уже больше к стратегам, наверное, относится. Ну, к статистам там вот что-то такое. А потом, знаешь, такие шпионы приходят на трансляции, смотрят на тир-4 команды. А ведь они могут очень интересные стратегии показывать по-настоящему. Да, да, да. Просто иногда у команд, ну, там, тир-2, 3, 4, стратегии просто сногсшибательные и идеи. Просто им не хватает мастерства, чтобы их реализовать. И вот тут должны, точнее, два фактора сойтись, да, то есть умение исполнять стратегию и, собственно, сама стратегия должна появиться, то есть надо выбрать этих героев сначала на драфте. Вот, ну, когда команды играли между собой 0 матчей, когда они первый раз встречаются или там даже второй раз в истории на каком-нибудь турнире, неважно какому, они не имеют никакой статистики друг против друга, и, естественно, обе команды могут пикнуть то, что они хотят. То есть тут нет такого, что там мы знаем, что Дэнди там последние 10 игр играл там на этом герое, ему постоянно это пикали, там, что у Артстайла там только 4 там возможных саппорта, на которых он может сыграть. Вот. Поэтому действительно могут напикать все, что угодно и взять все, что хотят. Вот, например, как сейчас берут Акулу. Да? Заходили визажа, пожалуйста, хотим взять Рики, Рики возьмем. Ну, то есть вот сейчас еще могут там Outworld Devour, не знаю, взять. Добрать до полной солянки такой, знаешь, прям. Не, вообще Хускара тут надо пикать. Смотри, Хускара пикаем вообще и просто изи. То есть Хускара и еще одного какого-то дизейблера. Ну, то есть Кейн с каким-то станом. А, или мидера со станом. Они должны брать какой-то физ лютый ДПС. Ну, а Хускара это не лютый ДПС. Ну как? Ну да, но его здесь будут убивать. Кто его будет убивать? Джиггернаут, например. Джиггернаут, тучку в Джиггернаута нельзя поставить. О, ну, так можно рассуждать, что. Ну ладно, никто согласен. Тогда согласен. Все, забираю свои слова назад. Ну, окей, берем Урсу, берем Хускара. Урсу в кэри, Хускара в мид. Гоу, драться. Во, Урса, вот это да, вот это мне нравится. Или фантомку тоже можно взять. Да. Не, лучше какой-нибудь ренжевой там. А кто заходит ренжевой с лютым физдом? Герокоптер. Да не, это вообще ужас. Ужас? Да, конечно. Ну, какой герокоптер? Герокоптер... ну, он... На самом деле, герокоптер слабый герой. У него, как бы... Ну, у него есть прокаст у герокоптера, да? То есть он может там три кнопки нажать, и колдаун тебе, и рокет бараш, и все. Но для того, чтобы рокет бараш дэмэдж носил, он должен находиться вплотную. То есть во время какого-то тимфайта он явно не будет залетать в толпу, там, под Рики, под Слардара и что-то рокет баражировать, да? То есть он просто прожмет рокет бараш, если на него будут нападать. О, пожалуйста, легион командер где? Вот. А основной дамаг у герокоптера идет из артефактов. Не из скиллов, да, то есть у него, ну, то есть как, из скиллов за счет артефактов, то есть у него есть флэг, который по всем бьет, но чтобы флэг бил по всем, больно, тебе нужен там Дейдалус, МКБ, там, Рапира и еще куча всего. А сейчас в Доте есть герои, которые гораздо быстрее собираются, гораздо проще артефакты им нужны. Тот же вот Свен, ты помнишь, да, что он в первый файт пришел, у него был там... Блинк, сабля и доминатор. Этого ему хватает за глаза, чтобы просто всех убивать. Хускару то же самое. То есть армлет у него есть и доминатор. Доминатор армлет, и он может там разваливать. Он просто... Нет, просто армлет, и он уже может драться. Вот, та же фантомка. Там, типа Дозоль собрала Владимир и Гоу типа порабощать неверных. Так что, что-то мне не знаю. Ну, вот это мое такое мнение. Я вообще никогда не любил герокоптера, не понимал, в чем смысл этого героя. Он еще и стреляет медленно. Но он типа прикольный, вот этого твоего. Иду на таран! Или что он там говорит, такой дед, забавный гном. Вот. Ну, только вот из-за этого его пикать, ну, не знаю. Можно просто создать карту, послушать там все его фразочки. Так, ну что, у нас тем временем последняя стадия банов, забанили, наконец-таки. Медуза, кстати, неплохой кэрри. Мог бы зайти за команду Шарк, зачем они его забанили? Не, ну такая, если противники его возьмут. Ты смотри, у Шаркс такая хитрая тема, у них один физурон. У них все физурон, у них магии вообще нет. Ну, как бы есть частично там у Легион Командера и Визажа, но не будем этого внимания принимать. То есть в основном физический урон парни наносят. И Team Cascade могут как-то на этом сыграть.
То есть какого-то героя взять, который будет защищать их от этого физурона с какими-нибудь аурами, там, замедлениями, там. Вот Омни Найта, например, взять. Но с Омни Найтом будет проблема, Рики соберет диффуза. Вот, но можно помешать это сделать. Или там... Можно, и даже нужно по-настоящему. Да, но тут, к сожалению, Омни Найт не заходит никаким образом, потому что как бы нужен герой для центральной, наверное, линии. Ну, в мид Омни Найт такое себе. Но, по-моему, неплохо. Да, неплохо, хорошо. Ну, вот пока что у Шаркс такой очень хитрый пик. Ну, просто хитрый. Ты понял? О, насчет Outworld 2 он таки появился, но за другую команду. Нет, не знаю, Магнус заходит очень даже неплохо. Тогда тут, посмотри, один физурон. Просто физурон физуроном. Физуроном физуроном. И Кэрри Легион Командер. Как тебе? Еще лютая комбо-вомбо. Да, тут лютейшая ага. комбо-вомба. Я не знаю. Тут, понимаешь, Магнус дает РП, и Рики туда дает ульту, и Слардар дает стан, и потом туча, и стрелы, и, в общем, дуэль в пятерых. В общем, капец. Понятно все. Да. Я напоминаю всем привет, дорогие друзья, кто только что присоединился, что это Джоин Дота 10 сезона команда Sharks против команды Cascade. Первая карта закончилась в пользу команды Sharks. Напоминаю, формат Best of 3. У микрофона Колт и я, Догер. И мы уже готовы смотреть на игру на карту. А сангуин, знаешь, как переводится, кстати? А, ну-ка. Ну, есть такое понятие, типы темперамента. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Вот сангвиник, ну, типа радостный. А, ну, да-да-да. Радостная, типа акула или что-то вот такое. Радостная. Главное им сейчас победить. Ну, да. Главное, а то будет грустная акула. Такая. Ну как, 2-0 как бы вроде и неплохо, да, но можно было бы 2-1. Можно было бы и лучше. Да? Ну то есть ты первую карту выигрываешь, а со второй противник просто ливает. Да, ну это все дело. Один раз уже проиграли, все, и второй проиграем. Нет, лучше пойти эти аккаунты бустить. За работу. Да, я хоть заработаю, там, а тут что, проиграл, ничего не заработал, а там я лучше за час там... Две карточки бы выиграл, там 300 рублей бы положил. Давай еще раз поприветствуем команды, поприветствуем игроков. Hey, hello, whoa, yeah. What's up? Да. Whoa, go, guys, go. Whoa. Ты плохо приветствуешь, в основном я приветствовал. Я стесняюсь. Ребята незнакомые. Ну давай, приветствуй. Здравствуйте. Да нет, команды, какую-то. А, ну команды. Начну я, наверное, с команды Sharks, все-таки с победителей. Почему? Потому что могу. Товарищ Магнус, на котором сегодня Slash Strike, Селери будет выступать на визаже. Формящий, кстати, Легион Командер. Грязин у нас будет на нем играть. Сеня, это Рики и Дейл будут играть в сложной на Слардаре. Вот такая, в принципе, у нас пятерка команды Sharks. Ну и пятерка команды Тигров. Бобруха на Outworld 2 у Restate Carry. Герой это Кей. Есть, конечно же, в команде еще и оффлейнер. Эту роль исполняет Бэтрайдер. Винс на нем играет. На саппорте Максюша. И на втором саппорте играет Вильхиор. Вроде бы со всеми, да. На боте, ребята? Ребята на боте, на топе, везде, ребята, не поверишь. Черт побери, как так? Что случилось? Почему ребята везде? Ну и а теперь более агрессивную ставят харду тигры. У них здесь два героя против легиона. Там есть на нем два стака. Это значит, что он чуть-чуть медленнее перемещается. Хотя, посмотри, два стака, да, а мувспид 300. Ну просто у легиона изначально мувспид 320. Так что довольно шустрый персонаж. А вот расскажи мне, как Магнус будет выживать против Девауэра? А никак. Он просто будет бросать шоквейвы. Девауэр же тоже персонаж, ну, не самый такой вот. Ну, то есть, если раньше, да, ты когда в астрал прятал героя, ты получал интеллект, то сейчас, когда ты прячешь в астрал героя, ты интеллект не получаешь. А чтобы получать интеллект, надо Аркан Орб, а он стоит 100 маны. И не самое профитное решение Аркан Орб сразу разгонять и бить типа Аркан Орбом по Магнусу. А если у Магнуса будет мана,
то, соответственно, у него будет шоквейв. А шоквейв имеет достаточно хороший такой приятный дэмэдж, 90 на первом левеле, и потом дальше... А, нет, изменилось все. 75, 150, 220, ну 300 самое главное. Вот я помню цифру 300, там, да, но уже как бы 150 будет ему хватать, чтобы там одного-двух крипов добивать. Поэтому, ну, я не уверен, что Деваур как-то слишком сильно будет ему здесь мешать. Ну, да, он будет его закрывать, как-то Магнус будет недополучать там крипов. Ну, в какой-то момент, плюс еще и Астрал все-таки продамаживает. Ну, вот прямо сейчас, да, закрывает Деваур. И не может Магнус добить крипа. Но может задонать своего. Такой вот коварный Магнус. Да, и волной можно этого добить. Ну, нет. Волну уже пожалел, волну. Между прочим, там ответочка какая-то полетела по... глубоко. Интересно, что Рики на оффлейне играет, да, а селедка в лесах. Вот, а его не будут убивать здесь постоянно? Нет. А как они его будут убивать? Вот поставил такую штучку за 200 монет. Ну, легиона убили, вот это вот проблема. И Рики летит, очень хочет добить он огра, но не получится это сделать. Зря вообще он туда улетел, честно говоря. Так, а что, ну ты поставил, как убивать Рики? Стана-то нет. Ну, то есть он блинканулся, окей, на крипа и убежал. Ну как же это, ну, можно забрать? Можно. Можно забирать. Просто необходимо. Смотри на батрейдера, тем временем на топе готовы выходить, и тем временем игра еще и нейтральный крип добивает. Виндекс, серьезные проблемы, а здесь визаж, который, в принципе, готов настреливать. Виндекс, 200 хп, и все-таки уходит Firefly, спасает этого товарища. Да, ну вот сейчас все-таки получилось сыграть вот этим вот давлением, и уже не так комфортно фармиться кор-герою команды Акул. Так что, возможно, эта игра будет более равная Рики. Ну, это все из-за того, что лесная селедка. Я не понимаю, почему Дейл решил на этой карте играть в лесу. Почему, ну вот, то, что Рики ромит, это нормально, да? Он там постоял, здесь постоял, там... прыгнул на Деваура, тут его укусил, там укусил. Ну, почему? Ой-ой-ой, Магнус-то подводит, очень даже неплохо. Деваур тебя прячет. Зря! Ну нельзя же себя, блядь, на противника прятать. Зачем? Сейчас шоквейв будет, да, шоквейв. По-моему, не попал, кстати, шоквейв. А вот это вот ошибка, да. И отменяет ТП, и, кстати, сейчас можно забрать Магнуса. Нужно забрать Магнуса. И минус Магнус. Он шоквейв рановато дал, по-моему, мне так показалось. Чрезмерно рано. Я бы сказал. Ну, то есть... чрезвычайно. Там еще в Астрале. Правильно был Деваур, и он как раз шоквейв просвистел, будто только Деваур появился. То есть мне показалось, он не пробил его. Или пробил. По-моему, не пробил. Ну, вот что-то вот да, как-то так. Странно. Ну, то есть Деваур каждый раз прячет до 4 секунды. Ну, то есть это все знают, правильно? И посчитай до 4, потом давай. Увидишь, он появится, потом давай. Ну, короче, Магнус тут что-то зафейлил. Могли они спокойно Деваура забирать, тем более он запрятал себя. То есть, если Деваур прячет тебя, то он может убежать, пока ты запрятан. Если он прячет себя, то никуда он не убежит, он там и останется, где он стоит. Вот многие так ошибаются, постоянно прячут себя. Как только какие-то траблы, то надо прятать себя. Да не надо прятать себя, ты прячешь противник на тебя нападает. Магнус на тебя едет, ну, условно, РП будет давать. Ну, не надо себя прятать, потому что ты появишься, он все равно даст РП. А если ты запрячешь его, то ты сможешь, пока он там запрятан 4 секунды, убежать. Так, тут вот... Визаж, проблемы на топе. Сбрасывает себя, точнее не себя, а с визажа стаки Легион Командер, но, похоже, это не спасает. Ну, вот так вот, кстати, правда, Бетрайдер очень больно, он делает тип-аут, и, ну, надо что-то придумать, не получается. Скушал танго за Командер. Ну, хоть танго съем. Ну, что-то хотя бы. 4-0 в итоге, счет 6-я минута игры, вот на топе, на боте, точнее, Рики пытается забрать, есть прыжок, а уйдет ли он? Ну, да, что сейчас он исчезнет. А детекшена не хватает. Вот, да, вот он, Рики Мару. Сейчас досты заканчиваются, и все. Все, пока, ку-ку. Был таков. Так, вот Деваур запрятал Магнуса. Хорошо. Магнус, ну, едь. Магнус едет, у Деваура за ним, но Магнус все-таки выживет. Интересно, если бы Магнус подвез Деваура под Тавр, он бы там его убил или нет? Ну, Деваур еще довольно много хп. Может быть, в лучшем случае разменялся. Выбор кэрри-героя очень такой удивительный, да, получилось. И никто этому кэрри-герою не помогает. То есть это такой терпильный, получается, кэрри. То есть, он фармит. Ну, он фармит как-то слабенько, если честно.
ну, то есть не то, что слабенько, просто его постоянно то есть, здесь напрягает Бэтрайдер. Визажом не получилось как-то его отзонить, а больше-то и нет помощи. То есть селедка где-то в лесах, Рики там что-то постоянно тоже где-то тусит там. И в итоге Бэтрайдер там левел 5, и Легион Командер тоже левел 5. Так, Рики. Он мне на Дарксира похож, этот Рики, если честно. Особенно со спины, когда он там бегает. Ух ты, криты. Причем так удачно заходят они. Угу. Джаггернаута, кстати, есть возможность Рикимару сейчас убить. Вот сейчас можно Рикимару убивать, если поставить центрячок. Ну и туча. А, просветочка. Рики прыгает в тучу, но Оракл его добивает. Да, вот. Сейчас было хорошо. Рики один из тех героев, который не отличается с очень большим запасом здоровья. Поэтому его можно банально скиллами запинать. Ну, скиллы, благо, появились. У Оракла уже 4-й левел, и флеймы бьют по 180. Уже это не первый левел, когда у Оракла только там один Fortune Cent, и нечем просто Рики бить. Так, а тут погоня за Визажом. Ну, пока Визаж вот что-то не оправдывает ни себя, ни вообще никого. 6-0. Да, 6-0. Просто 6-0, понимаешь? Ну, вот экспериментальный такой пик парни, похоже, взяли. Ну, я не вижу пока проку от Визажа и Легион Командера, и Слардара, и Рики. Они просто все бесполезны. Ну и Магнус тоже. Ну вот, Магнус, давай. РП надо. Давай. Ну нет, не подходят они рядышком, не стоят. Ну как-то, что-то. Ну так, стрелы, туча. Ну давай дуэль. Есть дуэль. Да, ну вот, может быть, левелов не хватало героям. И Селедка пришел на лайн 6-го левела. О, вот. Но... А это вот тот самый боец, как Свен на прошлой карте. Кто? Селедка? Селедка. Ну, не нет. Хватает ее, правда, на топе где-нибудь. Ну почему ранний ультимейт, Amplify Damage? Ну да, но... Даже неплохо. Такая, ну, только надо тогда драться, чтобы давать эти ранние ультимейты. То есть должен Магнус приходить, давать РП по Джаггернауту, и тогда вот это все получится. И Легион тоже должен. Но они должны ходить втроем, просто постоянно убивать и дуэли набивать. Набивать дуэли. Ну, по сути, вот 6-й левела у всех есть, ну, кроме Визажа, да, и Рики. И можно... Ой-ой-ой, там дерутся на самом деле, и неплохо дерутся. И Джаггернауты везут, но Джаггернаут должен выживать, он еще может ульту дать. Но что-то не получилось им ничего сделать. Максюша? Что ты делаешь, Магнус? Вейв дал. Так, там у нас пока наверху тоже какое-то сражение. Убивают кого? Ну, естественно, того, кого всегда убивали. Пошел Деваур, но он в тучу попадает. И на самом деле сейчас Деваур еще пробьют. Да, Деваура подвозит Магнус. Деваур с последних сил пытается выживать, но он погибает. Он погибает также, Оракл тоже. Максюша бежит, там последний какой-нибудь удар. Шальной. Нет, это не шальной, это уверенный вейвформ. Чрезвычайно уверенный. В итоге 4 фрага. Шаркс, ребята, которые дожидаются своего 5-го игрока и начинают убивать. Да. Закономерность. Вот 6-0 было, да, уже 7-4. И вот что-то идет уже не так. Что-то не по плану. Неприятно. 3500 денег тут у 6 героев практически. 3500, 3400, 3200, 3, ну, 2800, 2900. Очень плотно идут, и разница, как вы видите, в XP и голде минимальна. Ну, видимо, не хотят проигрывать, поэтому стараются как можно больше нафармить. Было ясное дело, когда Свен на прошлой карте пришел с двумя такими неполноценными слотами. Ребята из Cascade просто не были готовы к этому. Здесь посмотри выход на Джаггернаута на боте. Есть тучка проходит мимо. Джаггернаут вот так вот. Но это ошибка, сейчас он погибнет. Или нет? Ну, Рики должен. Джаггернаут ульту дает, тучка стоит. Но как-то его добить надо, чуть-чуть не хватает. Селедка убежит, стан. Нет, не стан, он меняет, думает, станет, бежит дальше. Магнус будет подходить, но они же видят Джаггернаута. Затем вард, конечно, бегает. Ну, у Магнуса есть РП. Где Магнус вообще? Магнус передумал. Непонятно, честно говоря. Взял и передумал, в итоге 8-4. Ну, по-настоящему, несмотря на то, что того же Легиона гоняли, по крипстату все очень так, знаешь, равномерно по карте. То есть здесь у нас два кора на топе статистики. Джаггернаут 61, крип добитый 32 за ДНН, 55 крипов у Легион Командера. Но на топе постоянно экшен происходит. То есть Легион Командер находится в напряжении.
постоянном причем. И этот визаж, который умудряется погибать, 3 раза уже погиб на карте. То есть вот есть линия, на которой постоянные файты. Мне кажется, сейчас саппорт просто развел своего капитана. Говорит, я сыграю хорошо, дай мне визажа. Вот 100% визаж зайдет, я знаю, я все смогу. Ну вот пока не получается. Да. Обманул. Коварный. Да. Что-то не пошло. Что же у нас на топе? Неужели какой-нибудь выход как-то со смоками? Вот и селедка тоже не совсем оправдал это вот лесное свое начало. Как бы, ну, у него там... Ну, то есть у него ничего нет, по факту, да? Вот если бы он какой-то дагер вынес, тогда ладно. А так вот у него коготь, да, и транквил. И зачем это ему? Ну, то есть он это мог, точнее, получить и без леса. Так вот, будет бетрайдер залетает, зацепил. Но там есть туча, и Огр ничего не может сделать. Легион Командер спасает своих тиммейтов. Замедлили бетрайдера, Рики дает ультимейт. Огр просто под сайленсом, не знает, что бы ему сделать. Дает мультикаст. Очень даже неплохо, но визажата летают. Рики тоже бегает, Магнус выживает. А Дваур пришел, куда ты пришел? Ты под тучу пришел, зачем ты сюда пришел? Уходи, Бобруха прячет себя. Опять же ошибки, сейчас ему дадут дуэль, наверное. Ну, а может быть и не дадут, так, вот стрелы дали. Просветили Рики, напали на Оракла. Оракл дает ульту под себя, ну, в себя, в смысле. Дваур пытается Рики убивать, Рики прячется, Рики не выживает. Еще и визаж там погиб внизу. А я не понял, почему Магнус ушел на фонтан. От него только надо было РП дать, и все. Как-то я вообще не понял, что это за файт. Он невероятно долгий и бесполезный для команды Sharks. Зато мне понравился визаж. То есть вот он фамильярами расконтролился очень даже неплохо. Он выдал по 2 стана на каждого фамильяра, и они прям зашли неплохо. Но дэмэджа команде Sharks уже не хватает. Это так они какую-то ересь сделали, у Магнуса было... Ну да, у тебя мало хп было, но от тебя-то что надо? Заедь, да, РП и волну, и все будет прекрасно. Ну так. Там бетрайдер... Готовится кого-то зацепить, и, возможно, это будет Магнус. Ну, Магнус есть ультимейт, его необходимо в первую очередь цеплять. Да. Знаешь, инстантно. Инстантно цепляем. Еще и Слардар тут тоже никуда не подходит. У кого-то напал на Джиггернаут, дает ему тычечку, дает, может быть, еще одну. Ну, а в центре у нас по-прежнему там напряжение, а Рики... Ой-ой-ой, зацепил и повез визажа. Хорошо, и визажа быстренько развалили. Да. Ну, вот давление теперь от команды. На Джиггернаута тоже давление, он там крутится, вертится. Оракл, ой-ой-ой, ошибочка. Астардар, но его спасает. Ух, нет, не спасает. Оракл был слишком хорош в этом эпизоде. Ну, а на миде подожгли хвост Магнусу. Бедный Магнус по-настоящему стоит против одного агра вроде бы на пару с Бэтрайдером, но нет информации по... А нет, по всем есть информация, все хорошо. Все отлично, но ему все равно неприятно. Как-то акулы, они просто не знают, что делать. Они вот... Сейчас они напоминают того самого тигра, которого загнали в клетку и ранили. Он просто бросается на эту клетку, на людей, которые ходят рядышком. И, ну, не может из нее выбраться, не может найти выход. И они тоже не могут понять, что им делать, куда, как, вот, каким образом, что надо делать, вот, куда идти, куда бежать, какие действия предпринимать. Ну, потому что Рики... Ну, ничего не делает, просто стоит, даже крипов не добивает. Магнус тоже вот бегал туда-сюда, вот, ну, Легион. Один раз они дуэль давали, понимаешь? Вот, у него уже 9-й левел, одна дуэль всего была. И что, вот, Джиггернаут забрал Рики, да, вот. Вот смотри, Легион пошел бить крипов, ударил крипа, побежал назад к своим ребятам, они дали смок. Ну что это, такое ощущение, что не понимают, что делать. Ну вот надо прыгать, врываться надо. Магнус должен давать РП, уже давай поздно. РП, ну что ты ждешь-то, что ты жмешься-то, Магнус. О боже, дал РП. Есть РП, Бобруха. Серьезные проблемы, меньше половины ХП. Отлично, банка залетает. Пытается пробить хотя бы Диваура. Уже -2 для команды Каскейд. Ну и все-таки, несмотря на то, что вот этого товарища Магнуса, который просто не дает РП вовремя. -2. Очень долго как-то он думал, соображал. В итоге РП некачественное. Ну то есть, его можно было в той ситуации тогда уж и не давать. Он Середка бы застанил, вот тебе то же самое. Странная ситуация. Ну, двоих забрали, да. В любом случае, здесь они могут... Да. Кстати, но Джиггернаут наверху тоже как бы... Там... Знает, что ему делать, да.
И здесь будет Райдер. Ой-о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 й
тучу, условно, да, он прыгнул, тучу поставил на ход, барабаны прожимают, но Бэтрайдер-то там летел, как бы, пока он летит, туча его особо не останавливает. Дабл дэмэдж можно забрать. Рики здесь рядышком, Рики просветили, Рики пытается скрыться, и тучу ставит, но погибает. Ну, постоянно заставляет саппортов покупать. А почему ульту не дал, вот вопрос. Может, не успел, испугался, что-нибудь. Суровое произошло. В итоге в пятером, так сказать, заходит этот один тавр, который сейчас, скорее всего, упадет. У Магнуса нет РП, и ребята прекрасно знают. Нельзя, да. Да, там, смотри, у командора тоже маны нет даже на ульту. В общем, сейчас правда арканы прожал визаж. Нет, не визаж, у кого арканы? У Магнуса, наверное, да, у Магнуса прожал арканы. Ну и мы фармим. Селедка пока все еще без даггера. Ну вот этот лесной слардар просто не оправдал никаких доверий. И оффлейн Рики. Вот это вот два провала просто. Вот как на прошлой карте было, вот то же самое, только в обратной ситуации. То есть, линия... Ну, еще, мне кажется, визаж немножко много погибал. Ну да, и это еще. Ну то есть линия слабая оказалась, легион командером и визажом. А эти парни, которые были в лесу и на оффлейне, они дивидендов не принесли на линиях. А более того, еще и в перспективе тоже они ничего не принесли, потому что пока мы не наблюдаем каких-либо артефактов у них. То есть вот только сейчас блинк появился на 17-й минуте, это лесной слардар, напоминаю, да? И Рики тоже, вот у него вот этот вот, что у него, фейзы за 17 минут? Ну ок. Ну а посмотри, что у нас пытается придумать. Акулы? Ну да, Рики пытается всех обойти, окружить и убить. Но Магнус должен давать РП, вот тут в троих можно, есть стан, селедка. Ну Магнус, давай Магнус, твой звездный час, вот оно РП, хорошо, и дуэль тоже выиграно. Ракла собрали первым делом, Джаггернотом раскручивается подвоз, Магнус по свой тавр. Рики ставит тучу, Рики дает ультимейт, просто разваливает всем кабины, минус 2 уже. Но Деваур будет драться до конца, по визажу дает ультимейт, никого пока не убивает, дальше бежит, дальше летит. Деваур на хосте, попробует сейчас легиона убить, да, он убивает легиона. Слардар отчаянно сражается, убивает, Деваур дает размен. Огр дает игнайт по визажу, там еще и Джаггернот подходит, будет его бить, бьет он его, но тучи, или тучи, или летучие эти визажата не помогают. Да, в итоге 3 в 3. И тавр. Тавр забрали. И тавр. 1400 голды зарабатывают. Визаж заработал 500 монет. Неплохо. Немножко мне показалось, все-таки не сыграли там все четко. То есть под стан там было РП, но, по-моему, Рики там ульту не очень хорошо дал. Ну и мы видим, что визаж на самом деле здесь ненужный персонаж. Потому что под комбинацию Слардар, Рики и Магнус лучше бы зашел герой с каким-нибудь АОЕ прокастом типа Лины саппорта, типа того же Лишрака саппорта. Ну, даже Леон, может быть, был бы полезнее. Визаж. У него точечные скиллы у визажа. А там вот Магнус просто РП в троих. То есть дай ты еще в троих какую-нибудь там задувку и стан Лины, это же вообще катастрофа. То есть там стан можно продлевать бесконечно долго. Селедка врывается, дает стан, Магнус врывается, дает свой стан, Лина потом еще третий стан. И вот так вот можно держать, держать и держать. Рики. Да. Посмотри, что на боте вообще происходит. Это Рики подсвечивает вражеских игроков, а Легион Командер отходит в свои земли. Как-то вот так вот. Знаешь, вот непонятно, что хотят Шарк сейчас сделать. Они идут, перемещаются, пытаются пофармить, там выходит, тут получается все так скомканно и непонятно. Да, и Легион Командер без артефактов. Ну, то есть у него Саша Яша есть, но вопрос у меня, зачем этот артефакт ему нужен? Ну, как, статы? Ну, тогда Silver Edge купи, тоже статы. Но он хотя бы еще и дамаг тебе дает, такой некислый, то акварив. Вот тут же инициация, вот Бэтрайдер зацепил, он Селедочку избивают, селедочку убивают. Прячет там Деваур. Я не заметил, у кого это Магнус был. Нет, Магнус, это не Магнус, это Легион Командер. Легион Командер бежит отсюда, ускоряется, бежит еще быстрее. Джиггернаут там что-то прыгает. Или не прыгает, просто бьет. Где вообще Джиггернаут? Что я его потерял. А, Рики там еще был. Где-то был Рики. Просветили Рики, но нет, не улетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Но как-то расхлябанно действуют акулы, то есть зачем-то врывается Слардар, ну то есть Слардар зачем-то врывается, но его никто не поддерживает. Там контринициация. Ну да, ну то есть после Слардара должен врываться сразу же Магнус и Легион, и Рики, то есть вот так вот должно быть. Потому что если ты врываешься один, то у тебя, ну, проблемы. Не ясно, вот крайне непонятно действуют для меня акулы.
И я расстроен, честно говоря, их игрой такой. А что же у нас будет дальше? Да, Шаркс заходит в итоге на Рошана. От безделья просто. Ну, а, кстати, неплохая идея забрать Рошана. Не подозревают в этом тигры. Более того, даже если они соберутся зачекать Рошана, то Джаггернаут слишком далеко находится. Нет, они поняли, что там Рошан, Джаггернаут начинает бежать в сторону Рошпита, но для них будет новость крайне неприятная, потому что здесь уже падает. Но не успевают. Да. Ну, побежали вперед. Магнус получает игнайт. Магнуса запрятали. Батрайдер не успел его зацепить. Может быть, будет цеплять Легион Командера, у которого Егис, кстати. Ну, Магнус должен давать РП. Да, хорошо, по двоим. Два урда ульту. Погибает Легион Командер, выдавая Егис противнику. Еще запрятали. Рики тоже в таверну отправляется. Вот она, дуэль Легион Командер против Алтул Деваура. Но некому помочь на самом-то деле. И, собственно, разваливается сейчас акулья атака. Еще и визаж здесь стоит зачем-то, тоже погибает. Как-то все плохо для команды Sharks. Но еще и Дейл погибает, это похоже просто минус 5 и ультракил. Для Джаггернаута, да. Не дали парню рэмпедж сделать. А могли. Да, могли, да. Ну, 6 героев погибло, если берем внимание Aegis. Что случилось? Случилось то, что счет сравнялся в серии 1-1, просто раненого. Ну вот, помнишь, мы говорили во время драфта, да, надо драться на своей территории. И похоже, все-таки тигры осушили этот океан, и акула просто жадно хватает воздух, бьет жабрами, хвостом, и тигр ее кромсает своими лапами. Еще и диффуза появляется у Джаггернаута. Ну, на самом деле, у Джаггернаута не так много артефактов, ну, их и супер хороших, да, у него, ну, типа, диффуза и манта. Ок. Не сказал бы, что это самые нужные артефакты здесь. Ну, диффуза, ладно, они как бы универсальны, но манта сбрасывать, типа, ульт селедки, ну, такое. Физурон. Ну, а в итоге, 24-я минута, а счет прям такой однокалиточный. Ну, проблема заключена в том, что физурон у акулы, да, и физурон, это значит, что надо бить руками. А руками пока они слабо бьют, потому что скорость атаки маленькая. И как-то не получается у них эти все свои дизейбл дать так четко, чтобы достаточно долго они длились в целом, и можно было... Ну, чтобы успеть пробить вообще. Да. То есть была бы магия, ну, был бы банально там Лина, да, то есть надо этот рассказ, она уже может героя одного забрать, или Леон, да, то есть он подкопал и дал палец смерти, все, минус деваур, ну, условно. А тут смотри. Такого не получается. Ну, окей, под смоком аккуратненько будут сейчас как-то проходить, заходить, обходить. Джаггернаута ускорили, вард стоит, вард пока не разбивается, вот разбивается, ей стан, но Джаггернаут успел раскрутиться, тут же деваур прячет, есть РП, плохой РП, на самом нет, хотя по Джаггернауту попадает, и тучка, ну, увозит из тучки Магнус, зачем? Зачем ты увез? Кея пытаются пробить, там есть дуэль, но погибает под этой дуэлью Легион Командер, выигрывает дуэль, Аутвул деваур получает 14 урона, ну, а остальные несолоно хлебавшие убегают отсюда, еще их замедляя визажа, ну, и так далее, и так далее. Селедка дает стан, селедка дает размен. 3 в 2. Джаггернаут фармит крипов. Говорит, мое дело сделано. Я там подрался. Ну, вот. Я подрался, я молодец. А здесь временем еще его гармак погибает. И размен 3 в 3 самое, что интересное. 3 в 4. Ты посмотри, что делает Дейл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, до конца. Но Джаггернаут был сильнее. Были у него криты. Вот это да. Неожиданно так. Шальной такой. Да. Ну, это, видимо, акула загнанная в угол уже. Ну, да. Вот последние эти конвульсивные какие-то припадки. Вот, посмотри! Blade Mail покупает Легион Командер. Что такое? На дэмэдж, наверное. Ну, блин, ну как же так? Ну, нельзя же так делать-то. Ну, елки 20-то. Ну, какие вот это... Я понимаю, это кэрри, да? Но кэрри не обязательно должен собираться в такие какие-то артефакты. То есть... Блэдмейл надо собирать сразу. Блэдмейл сразу. Блин, Блэдмейл. И ты уже типа всех убиваешь за счет того, что они сами от тебя убиваются. Ну, когда 25-я минута, ты сначала Сашу Яшу собрала, а потом Блэдмейл. Ну, в кого этот Блэдмейл? То есть ты даже ворваться толком не можешь. То есть ты, ну, условно повязан с Магнусом и с Лордаром. То есть если они не врываются и не станет противника, то
то ты не можешь подойти банально к Деваур, просто потому что он тебя запрячет. Или если не давать ульт в Деваура, предварительно не убив Оракла, то ты просто никого не убьешь. А он дал ульт в Деваура в последнем файте, еще и погиб. Потерял ту самую дуэль. Короче, ну а в итоге, что делать команде Акулы? Вот они же еще не похоронены, как бы, они еще дышат. Непонятно чем, но дышат. Но вот что бы ты сделал на месте команды? Координатора, по крайней мере, здесь зацепили тем временем Визажа. Ну, есть такое выражение, что если тебя уже прижали к стенке, ну, то расслабься и получай удовольствие. Ну, они уже ничего не смогут сделать. Ну, то есть, как бы мы тут сейчас с тобой не тире... Ну, то есть, просто пусть уже ждут три следующие карты. Ну, вот, ничего не получится уже. Как бы мы не теоретизировали, они упустили игру. Они, в первую очередь, поставили катастрофический, отвратительный лайнинг. Они проиграли все три лайна. Просто все три лайна они проиграли. И в этом... Ну вот, пожалуйста, да, есть дуэль, Магнус дает РП, кстати, очень даже неплохо. И вот, наконец-то, сработала эта комбинация первый раз это все сработало. Деваур там дает ульту, убивает просто двоих, третьего прячет, сам по минус 5. Слушай, по-моему, я был неправ, смотри. Ну, это... Этот файт, ну, то есть, файт на хайграунде, да, то есть, надо в мемы занести, да, то есть, герои собрались вместе, в кучку, Магнус дал РП, Слардар дал стан, Рики дал ульту. Вот эта комбинация должна так в идеале каждый файт работать. Но она так сработала только лишь один раз. И я напомню, что Легион Командер по-прежнему не выиграл дуэль. Я напоминаю, кстати, что Шарк за этот файт заработали примерно 5000 голды. Ух. Ух. Рики заработал 1500 голды. Это прям суровенько. Еще сейчас за товара пойдут получать деньги. Собирать, ну, дань, так сказать. Это да. Ну, в связи с этим переворотом с 10 до 6 тысяч, может быть, даже до 5, можно сказать, что все-таки надежда есть. И вот, ну вот что, я так и знал. Вот посмотри на Легион Команд. И он блинк покупает. Ну, Вася, где, почему эти артефакты появляются у тебя в обратной последовательности? Почему не Блинк, Блейдмейл, там Саша-Яша? Почему Саша-Яша, Блейдмейл, Блинк? Почему ты задом наперед все делаешь? То есть ты в Австралии живешь, у тебя вода в другую сторону закручивается. И какой-то Легион Команды. Вот. Да, совершенно верно. Но окей. Ладно, мы погибли, но давайте драться еще раз. Ой, не получилось. Зайти в спину, тучу поставили. И есть дуэль. Дуэль выиграна. Очень даже неплохо. Магнус опять же РП. Отличный РП. Туда же стрелы залетели. Можно всех убивать. Да еще и подвез. И Деваур остается. Один Деваур форстафит себя, пытается спастись. Но некуда ему деваться. Просто принимает он сражение. Погибает Деваур. Что? Акула! Неужели ваш бассейн налили воды? Опять файт. Вот здесь бассейн начинается. Вот здесь. Да. Точно. А сколько? Вот я вроде нажал. Это тимвайп, ты понимаешь? Это тимвайп просто в ноль. Да. Еще раз пошли. Ну, вот это наши команды. Это наши команды, которые двумя файтами могут вот так вот все слить преимущество. Ну как слить? У них еще 200 примерно есть преимущество. Да ноль уже. Смотри, в ценности ноль. А вон, по деньгам-то. Ну, 44 тысячи на... 43 тысячи. А, ну ладно. Есть еще немножко преимущество. Вот так еще 1000 заработали. И теперь уже по деньгам, я думаю, да, вот теперь перевес пошел. Нет, не пошел еще. Еще 200 голды есть преимущество. Команда Cascade 2 файта и вот такой вот. И гангли у Джиггернаута. Джиггернауту некуда деваться, друг. Друг, ты труп. Извини. Проблема. Ай-яй-яй, вот она русская дота, понимаешь, русская душа, просто в разнос пошли. БКБ появляется у Слардара, их еще сложнее становится пробивать. Ну, это говорит о том, что надо тренировать файты на хайграунде. То есть, почему файт проиграли? Потому что стали в РП, просто Магнус дал РП, все зашло. Почему до этого так не было? Потому что зонили, потому что было больше пространства, потому что не подставлялись. А тут зашли в толпу и подставились, и все.
ну, то есть узкое место, да, надо заходить вот здесь вот рампа, вот здесь вот тамвр, надо его идти бить, тут как бы еще бараки, и вот тут вот Магнус-то всех и принял с селедкой и Рикимару. И Магнус на самом деле правильное решение делает, он копит деньги и купит рефрешер. И вот с рефрешером, да. Ну, то есть вообще невозможно будет файт проиграть. И Легион ну, там... а в итоге? Да, в итоге. Что у нас в итоге? В итоге-то у нас сейчас Рошан будет, и это очень важный Рошан будет для обеих команд, он может быть даже, в принципе, решающим. Блин, Кус играет Джиггернаут. Джиггернаут молодец, он хороший айтем и собирает, неординарный, но зато собирает. Слардар зацепляет, причем он под БКБ, вот это серьезная проблема, Дейл уходит. Легион Командер, дуэль! Бобруха! Но он не выживает. Ой-ой-ой, хорош. А Легион-то разогнался, но Блэйдмейл, потому что работает. Магнюшу пробили достаточно серьезно. Пытаются сейчас Рикимару вырезать. Но Магнус дает РП, а Рики выживает. И Магнус дальше везет к Рике. Рики говорит, нет, я пошел отсюда, не надо ко мне везти. Джаггернаут распрыгивается по двоим, теперь же по троим. Убивает одного, но сам раскручивается дальше. Бежит за ним Грязини. Грязини просто его убьет. Грязини просто аннигилирует фортефт его дальше. Грязини дальше вперед. Бежит еще за Битрайдером, за Виндиксом. Ну, бросать это дело не хочу. Все, мы победили. Ну как, ты понимаешь, они уже проиграли эту игру. Я уже настроился на третью. И тут они ее выигрывают. А это вообще, мне кажется, как-то незаконно, что ли. Как бы вот... Да. Надо сообщить где срочно, заявление отнести. Ну что это за ход на хайграунд? Шаркс гораздо удачнее заходит на хайграунд. Потому что тут нет просто никого. Вот как надо заходить на хайграунд, ребят. Заходите, когда там никого нет. Все прекрасно. Подрались в лесу, всех убили, байбеков нет. Или есть, но никто делать не хочет. Отступи. Вот, смотрите, не жадные. А парни-то, их же били всю игру. И они понимают... Они держат вот руку на курке. То есть они понимают, не надо быть наглыми. Мы чуть-чуть, мы вот их даем, мы их бьем, мы их додавим, мы отойдем. Они сейчас придут к вот этому парню. Ну да, самое время заходить в рошпит. Вот сюда, вот пора. Да. Но по-прежнему полезность визажа для меня сомнительна. Визаж? Да нет, хороший. Ты представляешь, это два стана дополнительных, а еще дэмэдж. Короче, варлок. Вот просто пикай варлока, он бы тут гораздо лучше зашел. Ты представляешь, Магнус дает РП, туда туча. Варлок это все банды, големы и за медло бросает. И просто там все... Ну, вообще ничего не происходит. Все умирают. Этот визаж, не знаю. Я за варлок... Некрофос, пожалуйста. Да, с некрофос это еще круче. Тема. Котел даже. Меньше трех станов равно плохо. Слушай, а котел, ты понимаешь, котел же может как дунуть во всех. Может. И они знают, наверное, что противник на Рошане. Но теперь надо как-то аккуратно обойти. Да, это провал. Может быть. Селедка первая. Есть, прыгает. По Ораклу. На Оракла нападает. БКБ прожимает. Джиггернаут бежит, спешит на помощь. Не может дать дуэль. Легион Командер тоже БКБ прожал. Дуэль. Ой-ой-ой, увезли его. Дуэль на хайграунд. Огр за ним забежал на хайграунд. Будет драться. Магнус РП дает. Огр вниз. Рикер с кастом. Это минус 4. Уже остается один. Лишь Бэтрайдер, как на прошлом файте. И... По-моему, все-таки немножко обидно команде Каскейд. Рошана же ничего не убили. Слушай, я не знал, что эта тема работает. Ты видишь, как Огр забежал на хайграунд за Легионом? Такой в надежде, как бы, авось. Да, я тебя добью, ты куда пошел? А ну вернись! 33-33, счет сравняли, ребята, и Шаркс. Молодцы, 35-я минута игры, и что же? Заход на хайграунд, вторая попытка Шаркс. Ну это не вторая попытка, на самом деле первая попытка, потому что... А, это продолжение первой попытки, ну да, да? Ту они просто отошли, то есть они поняли, что сейчас противник появится, воскреснет, не надо с ними драться, мы чуть-чуть мы попозже зайдем, когда можно будет... Ну вот видишь, они зашли на хайграунд, и тут никого нет, вот просто никого. Ноль. Пусто. Вот чтобы понять, насколько сложно играть в профессиональную доту, можно взглянуть на графики. Вот эти вот графики. То есть вот два файта проиграть, и ты проигрываешь, по сути, 20 тысяч голды. Да. То есть ребята отыграли, получается, да, вот реально 22 тысячи.
Это невероятно. И там уже артефакты полетели, и блинк у Рики, и вот это вот сабля у Рики. О, Джаггернаут, друг мой, как дела? Нет, пока что не друг, подожди. Ну, пока его что? Очень, да, ему очень повезло. Так, Upside Down Легион у нас хочет... Ну, он с Аегисом, поэтому так. Это вот, смотри, это развод. И развод работает, самое что неприятное. Врывается здесь Лордар, неприятно Батрайдер. И здесь у нас дуэлька началась. Рики еще и прыгает. Не совсем понятно, зачем. Здесь Батрайдер погибает, война идет дальше. 2 в 2 размен. Аегис теряет Легион Командер. 2 в 3 с учетом Аегиса. Ну и вот пока что у нас погоня. Ну погоня и... в обратную сторону. Да, на самом деле Магнус РП не дал. Очень катастрофически неверно сыграл. Сейчас можно ворваться, дать стан. Ну, вот еще. А почему? Ну, решили похоронить уже визажа, решили его отдать, я понял. Ну, отбились. Ну, Легион Командер неправильное решение принимает. Ну, абсолютно неправильное. Он дал дуэль Огру. Ему нельзя давать дуэль Огру. Ну, кто такой Огр? Зачем давать дуэль Огру, когда есть у тебя Джиггернаут, когда есть Деваур? Он просто неправильно сыграл вот этот момент. Неправильно разыграл Аегис собственный. Ну да, 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 да. То есть он пошел вперед в надежде, что типа на него все сагрятся, и тут Магнус их в РП возьмет. Но нет. Так не получилось. Ничего там никого Магнус не взял. А что касается рефрешера, то он уже готов у Магнуса. Ну а в итоге Джиггернаут покупает себе наконец-то Блинк Даггер. У него очень мало вещей у Джиггернаута, ты посмотри. Да, да, а на дамаг у него вообще ноль вещей. Ну, бедный. По-моему, просто бедный парень. То есть вот Нетворсы мы смотрим, да, у него там типа 17 тысяч, но у него все артефакты защитные. То есть Мотостал такой защитный, артефакт Линка защитный, Блинк там, ну, как бы он в две стороны работает, но дамаги не дает. Ну вот... То есть, да, Монтастайл дает дамаг. Да, Диффуза тоже дает дамаг. Но сколько дамаги дает вот Монта? Давайте посмотрим. 10 к силе, 26 к ловкости. То есть, 26 дамаги дают. Да, чуть-чуть скорости атаки. Диффуза дает вот 25 к ловкости, 25 к атаке. Но два артефакта ему дают 50 к атаке. Ну, два артефакта. В то время как один БФ, например, дает столько же. Дезоль дает там столько же, даже больше. Ой-ой, врыв на Джаггернаута, хорошо. Линку сбили, можно давать дуэль. БКБ прожимает, раскручивается. Кому? Ну не успевает, просто зацепили, захватили Легион Командера. Джаггернаут раскручивается далеко. Там есть туча, отзонили они аутвул Деваура. Деваур там наверху. Но Джаггернаут где-то прыгает по Легиону. И вот наконец-то РП. Ну поздно, опять же Магнус дает Легион, делает байбек. Подвозит поближе к Легиону. Легион прыгает туда, давай дуэль уже хоть кому-то. Да, он выигрывает дуэль, есть там туча. Можно дальше драться. Середка прыгает, дает стан по Максюше. Максюшу надо запустить. Максюшу убили. Джаггернаута сбили Линку. Джаггернаута замедляет. Джаггернаута убивают. Трипл килл Рикимару. Как они так дерутся, я просто не понимаю. Они настолько круто дерутся, что прям молодцы. То есть они забрали Легион Командера, они начали тусоваться вообще по всей карте. То есть вот зона сражения, она была невероятно огромная. И сейчас у нас байбеки уже пошли. А после байбеков у нас, если они неудачные будут, то все закончится крайне печально. 2-0. Но я не хочу 2-0, я хочу еще минут 10 вот таких файтов, качель. И потом 2-0. Нет, это не обязательно. Не обязательно, хорошо. Да. Но вместо качель на графике мы видим одну сплошную горку такую, знаешь, ледяную огромную горку. И там трамплинчик еще внизу. Да. Ну, надо ждать полминуты и тогда заходить. Ну, зачем заходить прямо сейчас? Зачем, вот, когда у Магнуса нет РП? Что вы делаете? Ну, вот, ну, это ошибка. Вот с Лордар, да. Ну, не, а может быть, нет, а может быть, они специально так сделали, чтобы отзонить и тавр, типа, забрать. Пока что все выжили. Лол! Лол! Вот я хочу твои слова использовать и спросить, как они так дерутся? Все выжили, тавр забрали, никто не погиб, ну, кроме визажа. Только в другой команде немножко. Ну. Просто. И смотри, еще и Силери продолжает выживать. Подожди, сколько можно жить-то, ребята? Сколько у вас жизни-то? Это просто нечестно. Он там еще и фармит, селедка, ты что? Дейл!
Я такой жесткий, я во время файта еще успеваю фармить. А я Дейл, я фармлю во время файтов. Да, ребят. Ну вы, типа, я успеваю. Я как Цезарь делаю несколько дел одновременно. Фармлю. Вы бы знали, что я еще там параллельно кальян забиваю. О, я такое творю. Да, 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 вы что? Между прочим, я еще и замажу. Я еще, между прочим, еду в машине на самом деле. С роутера играю. Мобильно. Одной рукой я рулю, в общем, второй рукой играю. Как-то так. Так, ну там. Причем играю на каком-нибудь планшете трансформере, знаешь. О, точняк. Здесь Рики, погоня, охота, охота на зайца. Ну, у этого зайчишки есть Блинг Даггер. Ой-ой-ой, ну прыгает, что-то долго думал-то. Выбежал, выбежал, побежал за ним. Шива, да, но стан достигает своей цели. Ну, Рики, это нечто, это образец глупости. Это вот, я не понимаю, многие так действуют. Вот он сюда забежал, у него Блинг откатился. Ну, сразу ты прыгни, зачем стоять? Зачем стоять? Он в итоге стоял, ждал и дали просветку, его убили. Ну, так ты, ну, зачем? Зачем ты ждешь? Вот и многие тоже там, или герои, или там чего-то просто стоят и ждут. Чего они ждут, непонятно. Ладно бы ты засаду какую-то ждал, там, типа, запрятался, и ты ждешь там, что Тинкер прилетит, сейчас, а то тут на него выскочишь, выпрыгнешь, там, пойдут. Тут наоборот ситуация по-настоящему. Да. Должен сам успеть уйти. Слушай, а Слардар уже с Тараской. Че-то жестко. У Слардара уже на Творца там больше, чем у Деваура, если что. Ну а что, у нас уже 43-я минута игры, как ты думаешь, мы преодолеем дотянем рубеж до часа? Ну, если они будут так же ошибаться, то да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джаггернаут, куда? Линку сбили. О, вот она дуэль, вот она как... Ну, это вот вода начинается здесь. Это вот здесь вот БКБ и преследуем Оракла. Оракла форстафят, но его не спас. Да-да-да-да-да-да, это GG. Это GG, добивают там раненого зверя, и РП Магнус дает, и может быть еще одно успеет дать. Такой тимвайп напоследок суровый. Я только спросил, дотянем ли мы до часа, они сразу проигрывают. Что происходит? Они три, они проиграли игру на хайграунде. Два хайграунда и равно. И вот сейчас, да. И сейчас тоже зашел Джаггернаут один на хайграунд. Зачем-то один зашел на хайграунд сам Джаггернаут. Каким? Ну как, ты что, байт на Джаггернаута? Ну вот, забайтил, да, ГГ. Забайтил, ГГ. О, да. Неожиданный поворот по мне, крайне неожиданный. Да нереально неожиданный. То есть вот все, такие, команда Sharks тут претендует на третью карту, ну ребятам уже пора одуматься, тут два захода подряд, такие, вот да, болт, и нет, все. И судьба, все, похоронил рано, рано команду похоронил, вот видишь, сказали тебе, что нет, мы живем, мы кусаемся, мы акула. Акула, да, но начало было проиграно, то есть эта стратегия их нуждается в корректировке. Сейчас им игру отдали Каскейд. И если бы не любезность противника, то акула бы, ну, плавала бы вверх брюхом со вспоротыми, ну, внутренностями там и так далее, и так далее. Так что в целом неудачный драфт или, может быть, неудачный лайнинг. Ну, я не знаю. Вот мне вначале показалось, что это неплохой драфт. Но, наверное, тогда уж лайнинг все-таки неудачный, потому что линии были проиграны. И вся игра проходила под диктовку Каскейд, вплоть до момента, когда те зашли на хайграунд и там ошиблись дважды. Причем они не поверили в возможность противника оправить, ну, то есть возможность противника драться. То есть они получается. Да, да, они посчитали, что случайно. Они проиграли вот тот файт первый. И ты помнишь, вот когда они проиграли заход на хайграунд, они сразу же, как только все воскресли... Пошли в следующий вот, раз. Вот, да, верно. Сразу же пошли. То есть они рассчитывали, что это была случайность, и, ну, типа, сейчас противник моего... Сейчас все будет, ребят, нормально. Да, вот оказалось нет. То есть они реально недооценили их и... Ну, может быть, они рассчитывали, что у Магнуса там нет РП, или там, не знаю, ну, вот... Только на это они могли рассчитывать, потому что все остальное очень быстро откатывается. РП самый длинный там из этих ультимейтов. Ну, вот такая у меня мысль. Да, ну что же, мы поздравляем, наверное, команду Sharks. Они просто получают подарок в виде победы со счетом 2-0.
Да, да, это действительно подарок. Да, ну прям... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну это прям, знаешь, вот, те матчи, которые не выигрываются за счет лично... Нет, это, конечно, заслуга Sharks, что они смогли все-таки перевернуть, давить и очень грамотно заходить на хайграунд. Они вот буквально показали пример команде Cascade, как же все-таки надо заходить на хайграунд. То есть аккуратненько зашли, сломали Т3 Тавр, отошли. Ты потом понимаешь, вот тут еще как получалось. Они заходили на хайграунд, ну то есть вот тоже интересное сравнение. Они заходили на хайграунд, когда противник был мертв. То есть они навязали противнику где-то драку, убили его там, или же сам противник что-то с ними подрался, погиб, и тогда мы заходим на хайграунд. А Cascade, они просто шли на пролом, потому что преимущество было у них, они диктовали позицию, они диктовали, точнее, условия, и они рассчитывали на то, что они проломят и выиграют. Но вот нифига подобного. То есть, если бы они... Они бы выиграли игру, если бы они сражались где-то в чистом поле. То есть, они всегда файты выигрывали в, ну, где-то там, вот, где больше пространства. А когда была вот эта вот узкая местность, то там не получилось как-то, ну, развернуться. Ну, там негде просто развернуться, и, естественно, ты попадаешь под РП и ГГВП. Да, ну и вот Магнус очень хорошо отыграл вот эти вот моменты последние, вот ключевые, так сказать. То есть вот эти вот РП, они прям сыграли очень хорошо. Mm-hmm. Ну там сложно было, конечно, не дать хороший РП, когда все скучковались, но да, надо его дать все-таки еще. Все бьют толпой Легион Командор, тебе остается ворваться, дать кнопку R и победить. Забавно, мы можем посмотреть на вот общие оценки, тут графики, да, и где-то вот до 20-й минуты Легион Командор был там вот... Где тут Легион Командор? Легион Командор... Голубенький. Ну, голубенький, вот да. Ах, можно убирать. О, вот ты можешь навести на цвет слева этого персонажа, и будет подсвечиваться именно та линия, которая нужна mm-hmm. тебе. Не, ну я вот на фоне остальных. То есть, видишь, у него... Такое очень серьезное проседание было по голде. И вот когда... в то же время у Джаггернаута, наоборот, вот если графики сравнить его и Джаггернаут, они как раз оба таких голубенького цвета. И вот эта линия пересечения этих графиков, да, там где-то на 30-й минуте, когда вот вырывается Легион Командор вперед, а до этого просто провал. Вот такая вот большая-большая область между этими героями. И вот за счет этих вот как раз файтов, которые вот за счет хайграунда, да, драк на хайграунде, вырывается Легион Командор вперед и там начинает выходить в отрыв, в итоге там опережая все и вся. Ну а саппорты как саппорты, там, смотрите, да, желтенький это Оракл, а оранжевенький это Огр, там у одного 5000 на творцов, у второго чуть больше, да-да-да, тут ничего не меняется. Но зато меняются показатели саппортов как раз вот противоположной стороны акул. Вот, да. Они как раз вот после этих всех файтов и полетели вот туда вот вверх. И Рики поднялся очень серьезно, ну и Визаж в том числе. Ну вот этот файт первый, который на Рошане, а потом еще, ой, на Рошане, на хайграунде еще второй раз зайти, это вот прям фатально. Угу. Да-да, фатал банды. Бедные парни по-настоящему. Я бы расстроился невероятно сильно. Ну да, но они должны проанализировать. Вот они теперь должны попросить, может быть, если можно какие-то сейвы загружать, вот команду Акул, если они хотят стать лучше, вот тот файт переиграть еще несколько раз. Или каких-то спарринг-партнеров найти и вот тупо вот эту ситуацию искусственно создать еще там 5-10 раз, чтобы... натренироваться в таких ситуациях и драться на хайграунде, чтобы понимать, что надо сделать. То есть надо там, чтобы один бил, или втроем бил, или как-то стоять так, чтобы там вы никуда не попадали. Ну, то есть вот надо просто эту ситуацию еще раз, ну как повторение мать учения. Это пословица, которая известна всем с первого класса. Как вы учитесь писать, читать? Вы просто повторяете бесконечно вот эти вот закорлючки, 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 и в итоге они у вас начинают складываться в буквы. Точно так же и в доте. То есть ты должен повторять эти ситуации для того, чтобы запомнить, как в них действовать. И видно, что файт на хайграунде не сильная сторона Team Cascade. Так что над этим надо работать. А самое что интересное, если заметить, команда Cascade,
она две игры подряд выигрывает early game, то есть личный скилл у них абсолютно нет никаких проблем. Они прям